тот день, в 1989 году, вывели войска из Афганистана. Как говорят, покинул последний советский солдат Афганистан. Поэтому в этот день мы собираемся, встречаются ветераны Афганистана, собираются родители погибших. Мы проводили, сейчас была панихида в Никольском соборе в памяти погибших воинов, которые не вернулись с той войны. Сейчас проведем торжественное возложение, вспомним тех наших братьев, которые не вернулись с той войны, почтить их память. Патриотической акции присоединилась и молодежь, юнармейцы, школьники, студенты. Мне кажется, это важно для всех наших мещей, в принципе, для всех россиян. Мы должны помнить своих героев, чтить их и проводить такие мероприятия. Когда дети видят ветеранов вживую, вот они на самом деле. Вот посмотрите в их глаза, да, и вы увидите там гордость за своих дедов, отцов. Наследники наших великих побед, поэтому мы должны их воспитать в том же духе, в том же ключе, как нас воспитывали ветераны Великой Отечественной войны.